Зарубежные партнеры продолжают присылать в Молдову помощь для управления кризисом беженцев. Сегодня власти Чехии передали Минздраву медицинские товары на сумму, превышающую 600 тысяч евро. Речь идет об оборудовании и о защитной экипировке. Одних только лицевых масок больше миллиона. И еще несколько десятков тысяч защитных костюмов и специальных перчаток. Посол Чехии в Кишиневе, присутствовавший на церемонии, заявил, что его страна продолжит оказывать помощь Молдове. Suntem în pregătire pentru o intervenție care se va concentra în consolidarea sistemului de sănătate și echipamente în valoare circa de 800.000 de euro. По данным Минздрава, Чехия оказывала поддержку Молдове во время пандемии. Из этой страны прислали 21 многофункциональную кровать, 55 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое современное оборудование для отделения интенсивной терапии на общую сумму примерно в 2 миллиона евро. Acum, iarăși, Cehia intervine foarte solidar să susțină sistemul nostru de sănătate, inclusiv refugiații mânați de războiul din Ucraina, peste 1 milion de măști medicale, 10.000 de ochelari de protecție. De asemenea, 10.000 de костюмы de protecție. С 27 февраля в Молдову прибыло более 300 партий гуманитарной помощи на сумму более 7 миллионов евро. Почти треть этих поставок была предоставлена Министерству труда и социальной защиты населения, Министерству внутренних дел и Министерству здравоохранения. Остальная часть помощи была направлена непосредственно местным органам власти и неправительственным организациям, в том числе международным, аккредитованным в Молдове.